Оказание госуслуг на дому действует с момента создания корпорации. Особенно такой формат работы актуален в период карантина. В категорию получателей услуги у нас входят лица с ограниченной возможностью. Это инвалиды первой и второй группы, инвалиды детства, пожилые люди старше 70 лет и участники Великой Отечественной войны. На сегодняшний день основными востребованными услугами на дому остаются выдача удостоверения личности, паспортов, обеспечение инвалидов сурдотефлотехническими и обязательными гигиеническими средствами. Правительство для граждан оказывает госуслуги для людей с ограниченными возможностями. И я, как инвалид первой группы, тоже получила госуслуги электронно-цифровой подписи. Это сделали ребята с ЦОНа, которые пришли ко мне домой. И у меня теперь есть электронно-цифровая подпись. По этой электронно-цифровой подписи я могу себе заказывать услуги по программе реабилитации. Для получения электронных услуг необходимо позвонить на короткий номер 1414 и оставить заявку. В установленное время работники госкорпорации назначат дату и время оказания госуслуги на дому, либо проконсультируют по всем возникшим вопросам. Айгерим Сульменова, Бауыржан Смагулов, Шохан Таукеев, Кокше Акпарат.